Считая игроком себя сильнейшим в этом мире, пошел с уверенностью я c3 на d4. И не заставив долго ждать, противник без сомнения ответил мне d6, e5. И началось сражение. d2, c3, e7, d6, g3 на h4. Противник мой готовит месть, на удивление миру. Глаза его огнем горят, в них страха нет следа. Прекрасный ход, h6, g5 он делает тогда. И вижу я, ходов мне нет. И лишь с трудом едва нашел я правильный ответ. Ход Е1, Д2. Противник, горю моему, сыграл Б6, А5. Я поспешил во след ему ответ скорее дать. А3 на Б4 я решительно пошел. И этот слабый ход меня к погибели привел. Что было дальше, вспоминать теперь не в силах я. И предлагаю доиграть другому за меня. Друзья, а как бы вы пошли в этой позиции за черных? Дам вам подсказку. В этой позиции черные проводят разгромную комбинацию и побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти эту комбинацию за черных. Черные играют g5 и f4. Белые бьют 3 шашки. Затем черные играют c7, b6, белые бьют, черные бьют одну шашку, белые также одну, и черные проводят свой финальный удар. Черная шашка опять попадает на поле e1 и превращается в дамку. Затем она продолжает свой удар уже как дамка. И черные легко побеждают.